Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, наверное, это будет последним видео в этом году, и встретимся уже в следующем. Мне начислили на всех моих аккаунтах контейнеры сюрприз, и я хочу их открыть, в частности, их будет 4. Может содержать один из вот этих вот всех контейнеров с вероятностью 5%, это очень-очень приятно. Ну, я имею в виду, что в любом случае уж что-то отсюда да выпадет. Талисман золота с вероятностью 100%. Вопрос только заключается в том, а сколько мне этих талисманов необходимо будет собрать для того, чтобы голдишкой себя порадовать. Ну ладно, это дело такое. Давайте будем открывать. Ну и, соответственно, на каждом аккаунте открываем контейнер сюрприз и открываем тот контейнер, который из него выпадает. Ну что, открываем первый контейнер. Смотрим, что там у нас внутри. И там контейнер Т26Е5. Интересненько. Забираем. Теперь давайте посмотрим талисман золота. Вот он, пожалуйста, ко мне упал. Их надо собрать, ребят, 10. Ну, ладно, окей, пусть лежит. Глядишь, может, когда-нибудь и пригодится. Теперь, что касается того конта, который выпал. Вот здесь уже нервы немножко лучше щекочет. Т26Е5. Я не помню, есть ли у меня на этом аккаунте. Ну, нету, значит, будет. Ну, а если есть, ну, значит, будет компенсация. Уже неплохо. Золотишком можно немножечко разжиться. Между прочим, с вероятностью 10% можно получить целый косарик золота. Ну, и куча вот такой вот дребедушки. Параллельно с тем, как буду сейчас его открывать, хочется сказать, что я благодарен разработчикам за такой приятный сюрприз. Спасибо им огромное. Итак, внутри у нас и 500 голды. Слушайте, ну, нормально... 500 голды поднять довольно-таки неплохо. Того получается уже косарик 135 здесь, с учетом того, что я слил всю голду на новогоднем аукционе, покупая машинки. Ну вот, в частности, допустим, вот этого красавца, объекта 752. Очень сильно жалею, что не приобрел эту машинку себе на основной аккаунт. Ладно, не будем тянуть, как говорится, кота за резину в долгий ящик. Перепрыгиваем на другой аккаунт и, соответственно, там проворачиваем все то же самое. Побежали! Итак, друзья мои, перекинулись на следующий аккаунт. На следующем аккаунте интересная ситуация получается. У меня голдишки не хватает 1500 для того, чтобы на аукционе забрать последнюю машину из тех, которых у меня нет. ЛТ-432. Я не верю в то, что машинка годная, но ради коллекции я бы отдал... 4500, к сожалению, 1,5 косаря не хватает. Может, сейчас повезет и здесь выпадет компенсация за машину. Так, получаем контейнер объект 268, вариант 4. Я безумно, безумно, ребят, хочу этот танк себе, эту ПТ-шку. У меня прям морда от него трусится. К сожалению, ребят, сомневаюсь, что будет на новогоднем аукционе. Приобрести себе его на основу навряд ли смогу. Конский ценник в $35 я тоже позволить себе, к сожалению, не имею возможности. Надеюсь, что выпадет сейчас, и, честно говоря, если выпадет, с одной стороны, буду счастлив, а с другой стороны, буду очень сильно расстроен, исходя из того, что это не основной мой аккаунт. Итак, объектика можно получить с вероятностью 4%. В целом, шанс неплохой, это не 0, там, 43, или как они там очень часто пишут, хотя я сомневаюсь, что что-то классное выпадет. Что же касается голдишки, которой не хватает, вот, 1,5 косаря голды, которых мне не хватает до ЛТ-432, чтобы его забрать, и всего лишь 2,5 даже неполных процента вероятность выпадения. Ну, как есть, так есть. Открываем, смотрим, что там. И там у нас, ребята... И там у нас 3000 голды. Да, 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 я смогу. Я смогу, я покупаю себе на данном аккаунте ЛТ-432 и закрываю для себя вопрос всех танчиков, которые отсутствуют у меня в ангарах на второй волне техники. Ну что, перепрыгиваем на третий аккаунт, смотрим, что будет там. Итак, друзья мои, третий аккаунт, открываем контейнер, меньше слов, больше дела, смотрим, что у нас тут, да, в принципе, как обычно. Здесь абсолютно ничего такого нет, я не ожидаю ничего, на этот аккаунт я уже купил все, что можно было купить, слил полностью всю свою золотую копилку, в частности, приобрел себе вот этого вот товарища. Ну, короче говоря,
что приобрел, то приобрел. Ну что, открываем, открываем контейнер, смотрим, что там. Ну и тут уже просто сугубо на фарт. Открываем мы получаем контейнер Эмиль 1951. Данной машинки у меня нет ни на одном из моих аккаунтов. Итак, ребят, щекочем себе нервы. Эмильчика можно получить с вероятностью 5%. Согласитесь, довольно неплохо. Талисман на Эмиля можно получить, но опять-таки их нам, по-моему, десятку надо собрать. Поэтому, ну, навряд ли. Что касается золота, целых 10,5% на косарь голды. Ну и, как обычно, вот это вот все. Ну что, открываем пальцы крестиком. Очень надеюсь, конечно, на Эмиля, но крайне сильно сомневаюсь. Да, 500 голды, тоже неплохо, согласитесь. Но очень даже таким себе неплохо. Но немножечко добавил себе в копилку голдишки и уже очень сильно счастлив. Ну что, перебегаем на основной аккаунт и открываем последний контейнер. Основа для меня, я бы сказал, самое страшное. Ну что, братцы-кролики, вот он основной аккаунт, и скажу вам откровенно, почему для меня здесь самый большой стрём, по одной простой причине. Потому что за 8 лет игры в танки я получил из платных контейнеров только один, ребят, один танк, и то на не основном аккаунте. Все, больше мне с контейнеров платных вообще ничего не выпадало, из бесплатных, еженедельных там и из контейнера за рекламу, да, машинки я получал. Вот здесь как бы мне очень-очень стрёмно по поводу того, получится ли на основе что-то выбить. Вот здесь уже хочется машину. Здесь голда есть, объект. Объект, а, щука. Объект 268, вариант 4. Господи, как я хочу себе на основу эту машину. Вы себе, ребят, не представляете. Я сейчас сижу, у меня реально сердце в пятки ушло. Блин, стрём. Стрём и очень серьезный, потому что... Я капец как расстроюсь, если объект сейчас не выпадет. Я понимаю, что шансов практически нет. Но, ребят, я очень сильно верю. И я не знаю уже, честно говоря, что скрестить. Ну что, поехали. Прям вот... Нет, ребят, нет, не выпадает мне объект. Да, кто-то скажет 5000 голды, это круто. Да, ребят, я согласен, 5 косарей голды это просто, просто чума. Это обалдежный просто подарок на Новый год. Спасибо большое разработчикам. Я безумно, безумно счастлив, безумно благодарен тому, что на халяву я заполучил 5000 золота. И в то же время это был мой, ну, наверное, самый большой шанс получить объекта. Ну, к сожалению, ну, как есть, так есть. Короче, ребят, все супер, пятерку свою поднял. У меня есть возможность теперь приобрести LT-432 на одном из своих аккаунтов и закрыть вопрос с некупленными машинами. Я на некоторых аккаунтах поднял там чуть-чуть им золотишко и всякой халявки. В любом случае, разрабам аплодисменты. И, ребятушки, до встречи в следующем году. Обязательно с вами будем катать, стримы смотреть, снимать. Обязательно будем катать взводами, обязательно будем общаться, смотреть все новые и новые честные обзоры. И если вы за честность обзоров, ребят, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду безумно благодарен. До встречи в 2023-м. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока!